Что бы подарить-то, а? Яблоко, конфету. Нет, фломастер. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я считать. Тили, 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 дон, выходи. Выходи скорее вон. Всем добрый вечер. Привет. А чё это ты нашу считалку вспомнил? Хочешь сам с собой в прятки играть, да? Нет, ну сами с собой только в шахматы играют или в шашки. Так вот и я говорю, при чем тут считалка-то? Да при том, что я не знаю, какой подарок выбрать. Вот и решил ей воспользоваться. Раз. Нет, ну подожди, Зубок, тут ведь важно не что подарить, а кому ты хочешь подарок сделать. Во-во, если мне, то лучше... О, во, конфеты! Конфеты дари, сколько их тут у тебя? Раз, ой, два, да три, мне для вас конфет не жалко. Только сейчас я для тетушки Матильды подарок выбираю. А-а-а. Да, она меня в гости пригласила. Вот и я тоже хочу ее чем-нибудь порадовать. Ах, для тетушки Матильды? Да, тут действительно что-нибудь такое эдакое надо, что-нибудь о-хо-хо какое. Да. Тут целых два дня думать больше не придумаешь. А по-моему, дорогие мои, все гораздо проще. Ты так считаешь? Да. Кстати, и курочка с птичьего двора тоже именно так и говорила. Какая курочка? Какая? А вот я вам сейчас расскажу. Дело было вот как. Как-то ранним утром петушок пропел свою песенку, и курочка-хохлатка вышла во двор и сказала: «Друзья, сегодня я приглашаю вас на пирог!» Ура! А по какому поводу праздник? А я знаю! Сегодня у нашей курочки день рождения! Ой, поздравляю! Как мы рады, рады за тебя! Рады, курочка! Спасибо, мои дорогие! Вечером жду вас у самовара! Вы слышали? Нас пригласили на день рождения! Хрю-хрю! Значит, мы должны сделать какой-нибудь подарок. Точно! Я подарю ей целую корзинку вкусных орешков. Здорово, здорово. Тогда я напишу песенку. Мне кажется, курочке это должно понравиться. А мне кажется, ей понравится розовая шляпка, что лежит у меня дома. А что я подарю курочке? У меня ничего такого нет. Всем на загляденье! В гости курочки пришли мы на день рождения. Курочку мы поздравляем, счастья курочки желаем. Какая очаровательная песенка! Спасибо! А теперь прошу всех за стол. Подождите, а где же котенок? Хру-хру. Может быть, он забыл о приглашении? О-ко-ко-ко-ко, надо пойти и поискать его. Котенок! Тетушка Курочка, поздравляю вас с днем рождения. Ко-ко-ко-ко, спасибо, дружок. Проходи к столу, мы все тебя ждем. Но я не могу без подарка. У меня есть только вот этот маленький листок. Правда, он очень веселый. Я сегодня целый день ловила его во дворе. Но разве можно подарить на день рождения простой листок? Ко-ко-ко-ко, какой ты еще малыш, мой милый! Конечно, можно! Листок – прекрасный подарок! И знаешь почему? 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 Ко-ко-ко-ко, потому что самое главное в подарке – это внимание! И все поняли, что курочка была права. Ведь каждый подарок говорит нам о том, что нас любят, помнят и что нам хотят принести радость. А ведь это самое главное, не так ли? Точно, это самое главное. Ой, а я ведь тоже хочу принести радость всем вам. Вот, Юль, да?
Пожалуйста, выбирай, что ты хочешь, я тебе подарю. Я? Да. Я выбираю яблочко. Пожалуйста. А я чур конфетки. Пожалуйста, бери, Коксик. А тетушке Матильде я подарю фломастеры и карандаши, потому что ей больше всего нравится писать и рисовать. Ты здорово придумал. Ага. Я думаю, тетушка Матильда будет очень довольна. Ну, а сейчас уже поздно, и нам пора с ребятами прощаться. До свидания, ребята. До завтра. Добрых вам снов, друзья, и ангел-хранитель. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.